Чтобы не прыгать на ногах 100-110 раз, необходимо ноги поднять вверх, также поднять и руки. И вот, после того, как вы подняли, почувствовали, что мышцы здесь все привыкли, подняли и подержали вот так ноги. А дальше ваша задача начать ими трясти. И трясти так, чтобы все вытрясалось из вашего организма. Это именно вот такое выполнение упражнения разрешено тем противопоказаниям, которые я описала. Потрясите себя от души. Вот такие два замечательных упражнения. Кому удобно делать на коврике, кому удобно делать стоя в ванной на пятках. Выполняйте правильно, читайте противопоказания и знайте, любое движение приносит нам удовлетворение.